Йод, понятно. Полезно. В лицо дал. Не, ну это бан. Шиверами вы. Давай, третий. Парни, зацените новый канал по тематике Таркова. На нем как развлекательный, так и полезный контент. Также вы можете принять участие в стримах совместно с автором канала. Поддержите молодого тарковчанина. Ссылка будет в описании под видео. Перед нами челик за Уралом. Будет? Минус, минус. Справа, 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 по-моему. Да, там еще, на стоянке, скорее всего. Да, 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 да. По ей залетела, сука. Ты живой? Да. Воу. Я почти подорвался. Хатапка. Он прям у мусора справа, понял? Да, 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 я понял. Минус. Вот и люди. Металл? Откуда? Кто-то прыгает. На временке. Под лэпом. Где я контейнер, ушла, понял? Ушла эфка, да. Ушла моя тоже. Скорее всего, тиммейт. Я забегаю на стоянку. Он именно прыгал? Я слышал металл просто. Может, не прыгал. Металл, это может быть автобус тоже, блин. Мог быть автобус, могли быть вообще гаражи. Бля, по мне! Гараж. Да-да-да-да, гараж, гараж. Я нормально, я в сейве. Дал ему там этот. От Леброн Джеймса просто. Должен умереть, если не умер, я не знаю. Он не умер. Там еще. ПВЕ ППХ еще есть. Да-да-да, вот я по ПВЕ работаю. ПВЕ минус. Хорош. А мне гранат, мне граната, ты живой. Еще есть, значит, где-то аккуратно. Ты в зеленке, да? Да, я у мусор не в зеленке хелись. Да, вижу тебя. Я прям что-то не очень. Контролю. А, по мне! Там будка на главном входе. Живи, в гараже. Живи, обхожу. Двухэтажная, времяночка, понял? Я понял, понял, понял. Дай время. Он меня контролит, я его байчу. Он чисто меня фокусит. Давай, давай, Мэтт. Хорош. Зашиваюсь. Давай, я подкушиваю гаражи. Чисто тут. Как вот этот чувак с ППшкой не умер, что-то вообще не понял. Это не столько залетело. 54-й, во. Во. А где же вы были-то до этого, парни? Я сам заменил уже. Ну, у тебя двух. А где мы еще убивали? Да, нет, опа, вы... СВД. Урал, знаю. Я красный, хилюсь. Не вижу. Там стреляют в лету. Минус. Хорош. Это М-ка. Это М-ка. Понял, а где СВД? Блин, я херовый тогда ситуация. А у него не было второй пушки? Не знаю, не знаю. Сейчас проверю. Может быть яма. Может быть. Есть нейтральная яму? Тик. А он живой, живой, живой. Он на входе, если там. На котором? Слева у нас сетка? Временная сетка, да. Хае! Продамажил меня, сука.
я зашел на территорию. Он у синий, да, получается, у времянки? А он колец. А, кольца у синий времянки. Да, 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 понял. Сука. Да резче, блядь, давай, отменяй. Сука, ваншотнуть может. Грудь пробита. Меня ваншотнул. У него 7 БТ-1. У тебя гранаты были? Нет, я все. Поняла. А, все, он сдох. Фу, блядь, спотный какой челик, а. Все, что на мне мое, в сумке враг. И с ней будет вайп. А Буйнов сказал, что карта раньше, чем следующего года, лучше ее не ждать. Так что в следующем году, получается, вайп будет. Как-то так. Вопрос платный. Хотел ПВП, ты его получил. Да, да, я ж доволен с этого. 5 типов. Сколько убил, получается? Троих, да, где-то? Один. А, один? Сыр любит. Не то чтобы сыр, я люблю с сыром всякие штуки. Типа сыр с чесноком. Вот такой вот. Как бы там берешь сыр, херачишь его на терке. Берешь чеснок, тоже на терке. Берешь яйца вареные, тоже на терке. Фигачишь все это дело с майонезом. И это получается охеренная тема для бутерброда. Либо можно его зафигачить на лаваш, а потом лаваш нарезать как рулет. У тебя получится такие охеренные, остренькие, с чесночным вкусом закуски. Вот такое я, да. Блядь. Это что, серьезно? В голову попал. Ой-ой-ой, что с серверами вы... Не, сервера не очень хорошие, парни. Но хотя бы тут есть люди, блядь. Понимаете? На. Где-то секундная задержка взорвалась. Это, конечно, не как на простых серверах, но, блин, все равно. Оставляет шанс, короче, противнику. Да, господи. За дело. Что там было, Цусим? 5 косарей, елки-палки. А, Цурим, 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 спасибо тебе огромное за такую большую поддержку. Елшкин кот. Спасибо большое.
Ёлы-палы, блин. Кто-то доктора дизреспекта выпустил, ну. А тут фулки. Тут фулки. Люди. Живые люди, представляете? Это вообще нормально? Сука. Сашка. Не, надо Сашку брать тогда. Топористы работают быстро. Может, топорист? Даже, скорее всего, топорист, раз он не пошел ко мне. Что, блядь, простите? Их двое там сидит? Их трое, блядь. Их трое, парни. А чё, у меня три кровотечения, ребята. Три. Сколько у меня гранат? И одна граната. Но это я бы не сказал, что мы сейчас в хорошей ситуации без рук. Потому что без рук пушить-то как бы такое, это... У меня из-за выбитых рук очень сильно раскачивает прицел. А что у меня с грудной клеткой? Грудная клетка нормальная. Какого хрена у меня был пустой магазин? Кто мне объяснит? Меня просто перестало оружие стрелять в один момент. Это как, блядь? Блядь, кто-то еще... В тетрисах, по-моему. Магаз вроде достал, но не зарядил. Разве? Что, это был человек? Твою мать. Еще двое. Где твой друг там? Я не чувствую себя в безопасности. С челиками сервак, да, действительно. Ну, пока что мне нравится. Чуть-чуть побыстрее бы оно регало. Чуть-чуть, но у меня пинга высокая. Скорее всего, из-за этого проблема. Но люди тут водятся. Люди прям активничают, это хорошо. У нас сзади человек. Спереди какой-то снайпер глушенный. Какой-то ремингтон у него или что там глушенное. Да ладно, блядь.
На вышке уже. Он уже на вышке. Серьезно? Как? Как, Карл? Готово. Не слышу пока что ничего. Кстати, по нему кто-то стрелял. Блять. Гребаный тайминг, а. Я отвернулся, блять, он пошел меня пикать. Ну охеренно. Хорошо, блять. Домой, блядь. Второй там. Сука. А, не услышал я. Не услышал. Цурим, спасибо тебе большое. Я только краем глаза увидел его, когда уже отвернулся. Вам, наверное, не особо громко, да, донат? Но мне капец как громко. Смотри, раз, два, три, четыре, пять. Получается 6, 7. Сколько? 8, да? В смысле, блин? Двое. Трое. Будешь делать. Давай, третий. Решил меня обойти? Да ладно. Не может быть. Вижу вот. Двое? Ну хз. На них патронов может не хватить. Ага, тупо стоит в коридоре, короче, отдыхает чел. Один. А один где-то близко должен быть. Кусты, отпустите меня! Зацепился штанами за кусты. Блять, осколок прилетел. Ага, крыша, видели? А один у меня в тетрисах. Он его залутал. И ушел, да? Раз жетон снял. Ой, профессионалы, господи. Даже научусь так же играть, как эти типы, профессионально. Даже не знаю. Это он на кнопку решил пойти, интересно, или не он?
Ладно, пофиг, нам тут лута, по сути, сейчас головой должно хватить. Трима, сегодня прям нормальные такие файты. Ну, опять бам, получается, да? Получается так. Леопольд. Ну что, го новичка. Ночью без ПНВ на резерве. Ночью без ПНВ на резерве? Так меня же убьют просто и все. Там люди будут ходить с теплаками. Леопольд. Что за самоубийство? Ёлки зеленые. Так, ну... Так и думал, стоит мыша. Так. А, вот. Чатик, ну скажите же, я всегда бегаю с теплом. Правильно, чатик? Где там железо нашел, чел? А, вон он ходит. Готово. А, вот он вдоль забора идет. Или что это? Непонятно. А, это тетрисы? Это угол тетрисов. Он там, походу. Ну, был, по крайней мере, там. Сейчас я вообще его не вижу. Челька, может, у него очки? Вряд ли. Меня в белой пешке убил. Блин, парни, как вы так стрим находите быстро? Я прям вообще поражаюсь. Только так типов убиваешь, они заходят на стрим, говорят, тот меня убил. Кося, блин. Сорян за теплак. Я тут не виноват совершенно. Так, это мне даже вот... А, мне ж нельзя оружие с вас брать. Я ж могу с вас брать только аптечки и гранаты. Ладно, пойдем. Так. Ну тебя я слышал, Сашка работала. Был только вопрос, живая Сашка или нет. Сюда. Вот все парни с ПНВ-хами молодцы, да. А то я как-то ходил в ночной берег. Ни одного типа с ПНВХ не нашел. Все были, походу, с выкрученной гаммой. Так. А здесь что такое, мне интересно просто, происходило? Синий лазер, я смотрю, светится. Вот он, синий лазер, походу. Так. А, это можно одеть, это не считается. Челленджи хп, все добро. Вот-вот, я про это говорю. Там сейчас люди-то в чате, блин, у них там просто... Они волосы, наверное, рвут. На голове, на ногах. Это столько лута пропадает просто так. Эх.
Эксфилы, дефендеры. Смотрите, парни, ё-моё. Так, волос не осталось, сделаю после ногти. Видите, получилось, как бы, как я вам и говорил, типлак на резерве это слишком имба. Это очень имба. Тем более ночью. Вы меня спрашивали, почему я не хожу в ночные рейды. Потому что в ночных рейдах выигрывает соперник с тепловизором. Поэтому я не хожу. А сам не беру, потому что это не спортивно. Играть с теплаком. Порадуюсь челоботов. Да челоботов их никогда в жизни не найдут. Ты чё? Вот. Пятеро, да? Всю пачку, считай, убил. Один чел с теплаком. Это слишком УП ночью, теплак. Максимальная УП. Ну что, Леопольд, пойдет челлендж? Респект за страдания. Уважуха за привитый. Мне дальтонизм. Молодцы. Спасибо большое, Леопольд, за такой челлендж. И за поддержку сегодня огромную тоже. Спасибо.